шоссе 150 в 75 милях к востоку от Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Последние новости от властей штата Иллинойс, касающиеся так называемой Фокс-Риверской восьмерки. Босс чикагской мафии Джон Абруцци застрелен вчера возле мотеля в Вашингтоне. О его местонахождении сообщил информатор. Семеро прочих беглецов все еще на свободе и все так же опасны. Разыскивается житель Флориды. Ты мог представить, что Абруцци будет первым? Боюсь, нас ждет еще много сюрпризов. Они сказали, в бегах семеро. Нас не считают мертвыми. Мы выиграли время. Вот главное. Далеко еще? 70 или 80 миль. Хорошо, значит, на ранчо Даблке будем к вечеру. А можем проехать дальше, прихватить Элджея в Панаму. Мы не можем в Панаму. Мы не можем никуда без денег. Прежде нам надо найти заначку Чарльза. Кое-кто еще думает точно так же. Деньги под силосной башней на ранчо Даблке возле города Тули. Юте 5 миллионов.